Картон, да, раньше такого не было, как сейчас, вот, в большом количестве. Вот. Сейчас вот очень много картона. Вот эти вот картон гофрированный, я его делаю, использую, например, как крышу, как какие-то вот такие полукруглые вот эти вот. Видишь, формы. Они красивые, да. Валерий Кирченков моделированием храмов и малых архитектурных форм занимается с 12 лет. Картон, клей, спички и глина для промазки окон. Вдохновение Валерий черпает из открыток, журналов и фотографий. Говорит, изготовление из картона и дерева уменьшенных копий зданий очень трудоемкая работа. А уж тем более, если это храмы и монастыри. Ведь они славятся своими великолепными архитектурными элементами. Резные окна, величавые купола. Он, конечно, всегда старается быть скрупулезным. Но, как говорится, сам Валерий, воссоздать каждый архитектурный элемент не всегда получается. Этот купол этот, луковичный, вот такой вот, вот наши вот древнерусские церкви такие делают. Вот. Вот так вот я их и делаю. И вот из этого пластилина вылепливаю. Там, конечно, вытачивают. Я смотрел в интернете, из дерева вытачивают их все. Очень красивые. В доме у Валерия несколько десятков зданий и всевозможных построек. Есть даже свой рязанский мини-Кремль. Каждому своему творению он относится с большим трепетом и любовью. Мол, это не только время, я вкладываю душу. Каждая мини-копия отличается от предыдущей. Мастер не пытается повторить оригинал в точности. Каждый раз он добавляет что-то свое. То есть, начиная вот с открыток, берешь немножко оттуда, немножко отсюда, все это вот складывается в одно, вот, и реально что-то получается у меня вот такое. Ну, то есть, в природе фактически, мне кажется, нет таких этих... церквей, ну, да, да, вот, нету. А может и есть. Работы Валерия можно увидеть в больницах и детских садах Рязани. Он дарит их с большим удовольствием и рассчитывает когда-нибудь организовать выставку в музее или храме. Помимо создания макетов, у него большая коллекция значков. Около 5000 разнообразных видов с изображением городов и событий, разной датой и формой. Была маленькая коллекция, вот такая примерно была. Потом все это, ну, постепенно. Вот, у меня уже стало не хватать, я еще полотно одно это сделал. А потом думаю, дай-ка я все в одно единое. И вот в одно единое я сделал, у меня получился почти ковер. Такой вот, около 5000 значков. Все только города России, Советского Союза бывшего. Вот, то есть тематика только одна. А еще в его увлечении Валерию помогают внуки. Воодушевленно клеят вместе с дедушкой. Всяко интереснее, чем с гаджетами. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город».